100 миллионов рублей на строительство школы в микрорайоне Муринские пруды. Депутаты законодательного собрания Свердловской области приняли решение о выделении этой суммы. Напомним, школа на 1200 учебных мест. Строительство ведется с ноября прошлого года. Работы идут по графику, но дополнительное финансирование позволит ускориться, и зимой здание новой школы будет готово для внутренних работ.